Сегодня здесь, в зале Ставропольского министерства образования, собрались одни победители. Для всех присутствующих здесь молодежный форум «Машук-2014» стал хорошим стартом. После церемонии награждения все их проекты будут реализованы. На сегодняшний день уже известны имена всех обладателей грантов. В этом году ими стали 143 человека со Ставропольского края. К слову, ставропольская делегация составила самый большой пласт участников молодежного форума. Эстафета памяти, открытие звукозаписывающей студии, установка музыкальных памятников. Проекты самые разнообразные. Час триумфа вместе с победителями разделили и гости. Мало того, что вы были активными, позитивными, и вели себя как достойные хозяева во время Машука. И хотя форум называется Северо-Кавказский форум Машук, но мы все прекрасно понимаем, что он проводится на нашей, на Ставропольской земле. И поэтому каждый из вас был носителями вот этого нашего ставропольского гостеприимства. Студент 4-го курса СКФУ Александр Обухов разработал проект, итогом которого станет бесплатная звукозаписывающая студия для горожан. Александр рассказал, что эта идея родилась из его личной проблемы. Молодой человек с детства занимается музыкой и всегда мечтал, что когда-то сможет сделать авторскую запись своих произведений. Узнав о молодежном форуме, Александр вспомнил известное выражение «Кто, если не я», которое впоследствии стало его жизненным кредом. Признается, ехал на молодежный форум только за победой. Я ехал туда уже с уверенностью того, что я выиграю. Я не ехал туда, что попробую, попытаюсь. Я ехал именно уверенно, что мой проект пройдет. Церемония награждения подошла к концу. Впереди у всех грантополучателей много работы, в результате которой 143 светлые идеи будут реализованы на территории всего региона. Анастасия Романова, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».